Всем привет! С вами канал Джуни Гакусей и я Кауру. И сегодня я делаю мейкап-туториал на Зена из группы Avilkind. И как обычно мы начинаем с контуринга носа. У него он достаточно длинный, у меня форма абсолютно иная, и поэтому стараемся его удлинить. Далее контурируем лицо, также пытаемся сделать его визуально длиннее. Не знаю, как это у меня получилось, хорошо или плохо, но стараемся. Далее берем подводку и обводим контур глаза. Внутренний уголок мы заостряем, и в принципе это все. Берем черный карандаш и подводим. Берем черные тени и закрашиваем подвижное веко наполовину и внешний уголок глаза. Далее берем белый карандаш, закрашиваем
внутренний уголок глаза и подвижное веко наполовину. Снова берем подводку и рисуем второе веко. Берем два оттенка фиолетовых теней и подводим внешний уголок глаза. После перемещаемся на подвижное веко и закрашиваем его по контуру второго века. Контуру. Далее рисуем брови и рисуем их ближе к глазу, то есть не по нашей набровной дуге, а намного ниже. Следующий этап – это губы. Делаем их очень большими, и контур черным карандашом мы подводим как можно более резкими линиями, я бы даже сказал геометричными.
Добавляем аксессуары, наклеиваем ресницы и макияж. Если тебе понравилось это видео, то ставь пальцы вверх, подписывайся на наш канал и до скорого!